Приветствую вас, Ева. И в общем и целом, наверное, никак вашей маме не объяснить той позиции, которую вы хотите для себя, условно говоря, выбрать, потому что у вашей мамы своя позиция, у вашей мамы свое видение, и, в общем-то, она имеет на него право. Это немножечко другое, то, что вы со своей мамой пытаетесь бороться. Это немножечко другое, то, что вы пытаетесь своей маме что-то доказать. Это куда более серьезно, потому что если вы пытаетесь что-то своей маме доказать, то можно предположить в какой-то степени, что вы, например, не уверены в себе. Например, вы сомневаетесь в себе. Например, вы боитесь чего-то. Например, вы чувствуете неуверенность, допустим, там, ну, своей мамой, да? Вот. Например, вы сомневаетесь в чем-то, да, и так далее. То есть, ну, вообще-то говоря, вот вариантов здесь достаточно много может быть, и важно, конечно, понять, какой из этих вариантов ваш, чтобы адекватно уже с ним работать, потому что сейчас все выглядит так, как будто вы пытаетесь просто показать своей маме, что вот вы там достойны, что вы там, ну, вообще-то говоря, взрослые, это. Собственно, одна из причин, по которой, ваша мама ведет себя с вами, как с маленькой, заключается в том, что вы пытаетесь ей что-то доказать. Не стремясь ей что-то доказывать, а просто действуя так, как вы считаете нужно. Ну бы добились бы гораздо больше и быстрее бы дали понять своей маме, что вы взрослые, быстрее бы дали понять своей маме, что вы имеете там право на свое мнение, ну и так далее. А поскольку вы фактически спрашиваете ее о том, мама, можно ли мне, например, помириться с папой, допустим, да, вот, поскольку фактически вы задаете ей именно такой вопрос, то в общем и целом нет ничего удивительного, что, ощущая с одной стороны свою власть над вами, с другой стороны чувство может быть ответственность, потому что вы, ну, вы спрашиваете у нее, у мамы, я имею в виду, как поступить, она ведет себя вот так, как ведет, и, в общем-то, вряд ли она могла бы вести себя как-то в данном случае по-другому. А немаловажную роль играет тот факт, что вы чувствуете свою вину, на мой взгляд, перед ней. То есть вы ощущаете,
что вот она для вас делала какие-то вещи, что она для вас много, в общем и целом, чего делала. Вот, а вы, соответственно, ну, грубо говоря, не оправдываете ее ожидания, не оправдываете, может быть, ее надежд. Ну вот, и соответственно. Может быть, это одна из причин, по которым вам в какой-то степени сложно вашей маме отказать. То есть этот момент, связанный с тем, что нужно отказывать вашей маме, да, учиться, уметь говорить ей нет. Ну, это вот очень такая достаточно важная история, если мы говорим про взаимодействие с мамой. Причем, на что нужно обратить внимание особо, это на то, что когда и если вы даете своей маме, например, понять, да, например, понять, например, прочувствовать, что она является действительно такой вот, ну, действительно серьезной силой, да, что она является вот прям действительно человеком, мнение которого для вас важно. Вот. Ну, а вы, соответственно, даете ей в руки все инструменты для того, чтобы она на вас давила. Фактически сейчас вы пытаетесь угодить и ей, и как-то, ну, защитить свои интересы. Пытается. А в принципе это сделать невозможно, потому что всегда будет кто-то недоволен, вот, в частности, ваша мама. Вот, и обиды, которые она вам, ну, образно говоря, транслирует, значит, обида, которую мама вам транслирует, это, как бы, ну, исключительно такая история ее, история ее собственных проблем. Вот. Поэтому тут вот, я думаю, вам имеет смысл, да, как-то вот, отделить себя
свои чувства от того, что ощущает от того, что чувствует ваша мама. И когда вы перестанете, допустим, условно говоря, брать ответственность за нее, когда вы будете, когда и если вы будете брать ответственность за себя в первую очередь, вот тогда я думаю, что все все будет идти, образно говоря, по нарастающей для вас. Вот, но пока вы считаете себя ответственной за то, что с вашей мамой происходит, ситуация, на мой взгляд, меняться в позитивном ключе не будет. Вот примерно так. Я могу вам ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.